Біль у грудях, різкі коливання артеріального тиску, тахікардія, задуха, мігрені, млявість і запаморочення. Так організми людей з серцево-судинними захворюваннями реагують на різку зміну погоди. Особливо загострюються такі стани всередині осені, у період найбільш нестійких метеоумов. Сьогодні ми будемо говорити про те, як у міжсезоння захистити своє серце і судини від надмірних потрясінь. Вітаю вас, я Наталя Грабченко, і це програма «Будьте здорові». Наша гостя сьогодні Лариса Михайлівна Єна. Вона докторка медичних наук, професорка, завідувачка відділення клінічної та епідеміологічної кардіології Інституту геронтології Національної академії медичних наук України. Вітаю вас, Лариса Михайлівна. Доброго дня. Доброго дня. І ми з вами будемо спілкуватися на таку важливу актуальну тему в прямому ефірі. А відтак можна запропонувати нашим телеглядачам телефонувати під час нашої розмови і ставити свої власні запитання. Наш номер не змінюється 0800 50 13 60. І нагадую, що для вас дзвінки на цей номер є безкоштовними, тож, будь ласка, телефонуйте. А говоримо дійсно на дуже актуальну тему – це осінь і серцево-судинні патології, осінь і різкі коливання нашого тиску. І мене перше питання таке, знаєте, ну ніби як не з пані професоркою про таку лірику говорити, але це важливо. От люди з серцево-судинною системою, вразливою, хворобливою, навіть хворою. Чому так ми реагуємо на перепади погоди? Оцей термін метеозалежність, існує він насправді чи не існує? Що це наші, от, знаєте, якісь передчуття і вигадки? Настала осінь, то тепло, то дощ, я маю на це реагувати. І якщо направду, то що відбувається в цей момент з нашою серцево-судинною системою? Ну, метеозалежність, як термін, существує. На самом деле, метеозависимостью занимается мало, очень мало публикаций. В наибольшей степени это касается факторов, температурных факторов, очень низких, очень высоких температур. Мы хорошо знаем, что и, например, летом повышаются инсульты, инфаркты, это горячая, высокая температура, это обезвоживание. И зимой, когда, например, очень холодно. Но, тем не менее, вот эта вот метеозависимость все более начинает интересовать научных сотрудников, она все больше изучается. И вот мы по нашим больным хорошо знаем, что одни реагируют на снижение давления атмосферное, другие на повышение, одни реагируют перед метеобурей, вторые после метеобури, кто-то на южный, кто-то на северный метеор. И когда вот несколько факторов, они случаются одновременно, как бы резонанс наблюдается, и вот такие вот периоды наблюдаются всплески обычно артериального давления, тахикардия, ухудшение течения заболеваний. Ну, на самом деле, если мы вспомним наших детей маленьких, метеозависимые обычно маленькие дети, которые не стоявшаяся энергоморальная система, и у пожилых и старых людей, в самом деле, с заболеваниями различными, эндокринными заболеваниями и сердечно-сосудистые системы, когда адаптивные возможности, резерв наших систем гормональных, сердечно-сосудистой, симпатико-адреналовых и других, они уже в какой-то степени нарушены, они могут давать извращенную реакцию на те или иные факторы. И, конечно, самый правильный путь к тому, чтобы заниматься профилактикой, это если есть заболевания, то лечить их адекватно и поддерживаться нормального здорового образа жизни, в достаточной мере заниматься физической нагрузкой, правильно питаться, очень важно хорошо спать. И вот это вот самое будет главное. И делать это не только в промежуток осень или зима, а в течение всего года. Я всегда говорю, что человек должен относиться к своему организму как хороший хозяин к собаке. Он ее правильно кормит, и он ее постоянно выгуливает, невзирая на то, какая погода на улице. От правильно годувати і себе вигулювати, незважаючи на погоду. Незважаючи ні на що. Ага. Так. А що відбувається дійсно всередині нашого організму, коли порушуються оці от адаптативні можливості, функції? Як ми реагуємо на це? Це спазм? Це обов'язково спазм чи щось інше? Якщо це, наприклад, холод, низька температура – це спазм.
А, например, если это горячий воздух, наоборот, летом мы всегда рекомендуем нашим пациентам пересматривать свое лечение, уменьшая дозы, потому что наблюдается наоборот вазодилатация, сосуды расширяются. И бывает так, что он принимает ту же терапию, а у него давление снижается, и бывают и коллапсы, и резкое падение давления, особенно когда старый человек встает, посидел на лавочке, встал, закружилась голова. И вот поэтому в это время рекомендуется пить, потому что еще дополнительное обезвоживание, это все оказывает влияние вот на наши регуляторные системы, как организм регулирует. З ваших вуст я теж от почула, що реагуємо на магнітні бурі. Хоча є дуже багато лікарів, які кажуть, що магнітні бурі – це наша вигадка, і людина не мусить реагувати на магнітні бурі. Вот не мусить, а хтось мусить. А хтось... Да, потому что вы знаете, что это как Мечников в свое время, в начале века, писал о том, когда ему нужно было написать заключение в комиссии об этих неизвестных явлениях, он написал, что он не может сказать ни да, ни нет, потому что нет таких точных методов, которых измеряют. Этим мало занимались. Температурой, да, занимались. Вот лично я занималась аридными зонами в свое время, когда были тематики соответствующие в институте. Я знаю, например, что молодые люди хуже реагируют на высокую температуру, а пожилые люди на низкую температуру. У них обычно спазмы коронарных, изменения на электрокардиограмме. Поэтому в разном возрасте, в зависимости от такой у вас патологии, вы будете совершенно по-разному реагировать. Это все больше начинает изучаться вот в настоящее время в связи с миграциями людей, с пониманием того, что мы зависим от внешней среды и с пониманием того, что вот загрязнение внешней среды, разные факторы сейчас вышли на первое место по неблагоприятному влиянию на организм человека. И с этим треба якось жити, да, и треба співіснувати. И поэтому новое направление исследований с миграционными потоками. Человек жил в одном климате, в другом. Потом большие перелеты, пожалуйста, из Австралии в Америку. Правда же, летят сейчас новые. Вот рейс открылся. Один перелет без пересадки. Это тоже тяжело, потому что в воздухе атмосферное давление другое. И человек по-другому. У него потоотделение осуществляется. А это тоже какой-то механизм потери связанной воды, жидкости, натрия. Много очень того, которые на самом деле вещи, которые мы еще мало знаем. Тарасе Михайловне, часто так буває, що зміни температурні, зміни погоди наскільки різкі або непередбачувані. Синоптики цього не обіцяли, а ми це отримали. То люди не встигають ніби як реагувати. І зараз все-таки переважна більшість пацієнтів дисципліновані, вони знають, що робити, вони постійно п'ють ліки, так, які приписує лікар від, скажімо, артеріальної гіпертензії. А тут що сталося, і ти реагуєш? Так що самостійно збільшувати дозу препарату? Не приписані лікарем пити заспокійливі чи серцеві краплі? От тут як бути з цим? Ну, сейчас все больше в научной литературе говорится о пациенте, взаимоотношении с пациентом, и говорится о literary patient. Это значит о грамотном пациенте. На самом деле сейчас же даже пожилая женщина может войти в интернет и тоже многое о чего посмотреть. И поэтому, например, когда мы выписываем больных, мы понимаем, что нельзя даже на ближайший месяц, а вдруг что-то случится, а вдруг какой-то стресс, изменение погоды, и это будет резонировать, и поэтому мы предупреждаем ее. Во-первых, мы всегда предупреждаем больных, чтобы они мерили давление и вели дневник свой. И если случается какая-то ситуация, мы даем им конкретные указания, какие препараты принимать и что в этом случае делать до того, как доедет до вас скорая помощь, или вообще может так случиться, что она вам совершенно не понадобится. И вот наши пациенты, они уже очень грамотны, они все знают, как, вот это вот у них стабильная терапия, да? А вот это они принимают в том случае, когда у них давление повышается. А если понижается, ситуация. Мы говорим, да, нештатно. Но это у старых людей нештатные ситуации довольно часто встречаются. К сожалению, это так. На нас багато чого впливає. І стрес дійсно, і переохолодження, і застуда, і перевтома, і десь конечно, точно так конечно. Сказав. У вас высокая температура, там что-то такое, давление падает, вы что будете пить гипотензивный. И поэтому должен быть пациент обезопасен.
Путин, чтобы он знал, вот как ситуация, тем более зимой, когда-то кто-то к вам доедет, правда же, угу. по нашим замечательным дорогам. Тем более они все время почему-то в аварии попадают, посмотришь. Угу. Да, поэтому грамотно нужно рассказывать больному, что и как делать, все это прописывать. Обязательно мы пишем это, чтобы он мог прочитать, чтобы он не забыл, и он знает, что ему делать. И это замечательно. Есть препараты, которые работают длинные, это долгоиграющие, а есть как раз короткого действия, которые вот могут снизить давление очень быстро, за 20 минут, и действуют там 3 часа и так далее. То есть уже пацієнт раз попробував, він вже знає, що йому робити. Дуже дякую. Хочу нагадати, що наша гостя сьогодні Лариса Михайлівна Єна, вона докторка медичних наук, професорка і завідувачка відділення клінічної та епідеміологічної кардіології Інституту геронтології Національної академії медичних наук України. Якщо вас цікавить тема, якої ми торкнулися теми, ну, фактично, метеозалежності у міжсезоння і артеріальної гіпертензії, про яку ми будемо говорити далі більш детально. Будь ласка, телефонуйте 0800 50 13 66. Ставте свої власні запитання, от консультуйтесь у лікаря, користуючись такою нагодою. Лариса Михайлівна, от днями з'явилася інформація про те, що американські кардіологи визначили нові норми знову для верхнього артеріального тиску для людей від 65 років. Якщо раніше прийнятними вважалися показники від 120 до 129, ну так ми казали, 130 на 80, що це нічого. Відтепер вони сказали, нормою є 120 і крапка. Нижній залишився так само 80. І от тепер діагноз в Сполучених Штатах гіпертонія першої стадії встановлюється на показниках 130-139 верхнє і 80-89 нижнє. А при 140 верхньому діагностується другий ступінь тяжкості цього захворювання, я не кажу вже про вищі цифри. В українських реаліях 120 на 80 для людей віком 65+, це, скоріше, мрія. Або дуже, знаєте, так, дуже грамотний пацієнт, як ви кажете, дуже дисциплінований пацієнт може цього досягти. От що з цим робити? Звідки такі показники? Тому що, знаєте, прості люди ще відреагували на це таким чином. О, тепер нас всіх будуть змушувати пити ліки від тиску, а я добре себе почуваю. При своїх 140. Ну, Вибачте за довге питання, але це проблема. Американські рекомендації, вони були прийняті в початку 2017 року. В минулому році був Європейський конгрес, де давлення для європейських країн залишилось таким, як воно було. Тобто, відсоток гіпертонії ми ведемо з давлення 140 і вище, на самом деле, систолічне. Американці ведуть 130 і вище для систолічного артеріального давлення. Но при этом, если посмотреть, что будет заставлять пить лекарства, нет. Основной упор в американских рекомендациях в этом диапазоне, это так называемая первая степень гипертонии, 130-139 для систолического, они делают не на фармакологические методы лечения, а на то, что мы говорим, образ жизни. То есть правильно питаться, ограничивать себя в соли, в алкоголе. Значит, если ожирение есть, редуцированная диета, физупражнения в любом случае. То есть ратует за образ жизни. И там, если посмотреть, насколько вырастает потребление препаратов в этом диапазоне, только на 7%. То есть 93% они собирают. В европейских 140-149. Значит, это касается не только пожилых людей, это вообще взрослого населения касается. Сейчас нет разграничения пожилой и старческий. Хотя есть индивидуальная переносимость. У нас есть пациенты, для которых 130-140 – это уже криз, даже пожилые люди. И поэтому вот, должен быть при всем том, что есть такой популяционный подход, в отношении пожилых, особенно старых людей, особенно людей как слабых, как говорят сейчас за рубежом, фрейлы, дряхлых пациентов, так называемые старческими синдромами, склонностями к падениям. Вот здесь вопрос решается крайне индивидуально. Это за рубежом этим обычно занимается именно врач-гериатр, который
целенаправленно работает с такой популяцией старых людей. У нас, к сожалению, вот эта геронтическая помощь в незалежной Украине оказалась совершенно загубленной и уничтоженной, хотя она была одной из первых и лучших в мире сначала. Шкода, що це так. Лариса Михайловна, а чи дійсно є люди, які не відчувають тиск? Ну так, щоб зовсім. Хоча більшість людей кажуть, о, там, я дивлюся, о, щоки почервоніли, голова розболілася, хтось показує на потилицю, хтось показує на лоба, у всіх теж це все індивідуально відбувається, хтось на виски, на скроні. І що є люди, які не відчувають тиск, так? Є такі люди? Є достатньо велика категорія, раніше вважалось десь 50 на 50 этих процентов, поэтому называли артериальную гипертензию, был такой сейчас термин silent killer, молчаливый убийца, да, потому что те люди, которые не чувствуют давление, с ними тяжелее работать. Ну, благодаря сейчас пропаганде, они уже знают, что в самом деле... А раньше было тяжело. У меня были пациенты, ну, это было лет 40 назад, у которых было давление 230-220, они ее не ощущали совершенно и отказывались пить лекарства. И последствия были очень печальные, на самом деле. Сейчас в связи с тем, что грамотность населения, что все знают, что давление может быть высокое, а симптоматики никакой, и все равно нужно пить препараты, все-таки... Населення, слава Богу, грамотне, і воно приймає препарати. Хочу ще раз нагадати телефон для запитань телеглядачів, тому що тема дуже актуальна – артеріальна гіпертензія, коливання тиску. Якщо у вас виникають питання, телефонуйте під час прямого ефіру 0800 50 13 66. Сподіваємося, що ваші конкретні запитання урізноманітнять нашу розмову. А власне, от що відбувається при 140 верхньому і вище? От як діє цей мовчазний вбивця? Що він руйнує? Какие органы и системы, что происходит? Ну, здесь вообще-то сложный вопрос. Во-первых, что есть так называемые органы-мишени, жизненно важные органы. Понятно, изменяются сосуды, ухудшается кровоснабжение сосудов, идет процесс воспаления, много чего другого, разных процессов. Выделяются органы-мишени. Это мозг, это сердце, это почки. Это сосуды глазного дна. Вот это четыре главные, которые повреждаются в первую очередь. И клиническая симптоматика и осложнение со стороны этих органов может быть крайне разное. Оно будет, сначала формируется в какой-то мере как компенсаторная реакция, а потом уже как патологическая, например, как гипертрофия миокарда, утолщение стенок, потом переходит в сердечную недостаточность. А еще почему сложно? Потому что на самом деле обычно... Не только артериальное давление, а обычно у людей еще нарушение липидного обмена, дислипидемии, и они работают сообща. И если у человека есть и дислипидемия, повышенное артериальное давление, это уже синергическое воздействие, и поэтому там не только гипертензивные изменения, и атеросклеротические быстрее прогрессируешь. А если, не дай бог, еще преддиабет и сахарный диабет, ситуация в большей мере усугубляется. А эти заболевания часто идут в тандеме, у них есть общие патогенетические механизмы, и даже есть препараты, вот, как сейчас показали, антидиабетических, которые хорошо работают при сердечной недостаточности и так далее. Потому что, говорю, очень много вот таких организмов же реагируют достаточно стереотипно часто. Ви знаєте, от німецький професор Мартін Холле також вважає, що найкращі показники для артеріального тиску 120 на 80. Ви сказали, що в Європі все-таки 140, ну от один професор заявив так, і він вважає, що смертельні ризики гіпертонії недооцінені. За його даними, щороку в Європі 2 мільйони 200 тисяч жінок та 1 мільйон 800 тисяч чоловіків помирають від таких наслідків гіпертонії, як інсульти чи серцеві напади. Тобто, бачите, небезпека все-таки є і ставлять отаким чином питання. І не тільки питання. 120. Вот хорошо известный, это уже известно не одно десятилетие факт, что на самом деле, уже начиная с уровня 115 систолического миллиметра ртутного столпа, сердечно-сосудистый риск растет. И вот каждый, например, 20 миллиметров ртутного столпа, он удваивается. Вот на 20 повысилось, умножьте на 2, еще на 20 умножайте на 4, потом умножайте на 8. Поэтому это ничего нового. Конечно, если у вас всю жизнь давление
ниже 120, 120, 130, как это у долгожителей. Это очень хорошо. Но это в наших условиях, это гипертензия, это болезнь цивилизации, как и атеросклероз. Угу. Ее трудно достигнуть, потому что это даже вот факторы внешней среды, кроме генетических каких-то, да, механизмов, факторы играют большое значение внешней среды, и они работают на протяжении всей жизни. Это и питание, это и соль, потому что в примитивных сообществах, которых не едят соленую пищу, у них давление нормальное, и худые потянутые, у них вообще мало что есть. У них давление с возрастом не повышается, как повышается в так называемых цивилизованном мире. Поэтому здесь пересечение многих факторов внешней среды, нашего образа жизни и с какими-то генетическими особенностями людей, потому что генетических предпосылок к развитию их очень много на самом деле. Они очень разные, и в разных ситуациях они по-разному, у одного и того же стола, в разных комбинаціях они встречаются. Іноді в інтернеті можна побачити фотографії людей в віці, але достатньо так моложаво вони виглядають, і дійсно, і немає зайвої ваги, і фізична форма дуже хороша, що можуть займатися спортом. І під цим іде там заголовок: «Я повністю відмовилась чи відмовився від цукру», «Я повністю відмовилась чи відмовився від солі». От такі от повні відмови, вони дійсно корисні і правильні? Ну, діло в тому, що на самом деле повністю відмовитися від солі і від сахара – це невозможно. Тому що в тих продуктах, які ми потребляємо з пищі, якщо навіть ми не будемо їх солити, содержится и натрий, нет, не скрытый, и натрий, и калий. Вы кушаете картошку, там тоже есть немножечко, да, углеводов простых и в бананах, и в яблоках. И поэтому вполне отказаться. Мы говорим о том, что от избыточной соли, несомненно, отказаться. А может, это имеется на увазе, что то, что природное мистится в продуктах, да, такая, и, оно да, будет. Не пересаливать, не досаливать. Очень много скрытой соли в колбасах, в сосисках, в сырах, в консервациях. Вот это вот следует все-таки избегать на самом деле. Ну вот, например, для некоторых категорий лиц, это ослабленных лиц, старых лиц, особенно в летнее время, там даже не рекомендуется жесткое ограничение соли, как обычно это делается, потому что летом, например, теряется много с потом, да, мы потеем, выходит натрий, он выходит, мы часто дышим через легкие, выходит и гормоны, и все что угодно. И тогда вот есть старые люди, которым даже не рекомендуют жестко в летнее время ограничить воду и соль, потому что где-то процентов 10 старых людей за рубежом, по их статистике, попадают в больницу с явлениями гипонатриемии, то есть наоборот, натрий, когда очень низкий в крови, это тоже плохо. Все не должно, расточает. Да, все должно быть нормально, в меру. Вот есть какая-то золотая серединка, и вот ее желательно придерживаться, и это очень важно на самом деле. Всякие крайности нужно, честно говоря, вот мой опыт свидетельствует, что их нужно избегать. Безумовно. Я дуже дякую вам. Ми закінчили, так би мовити, першу частину нашої передачі. Ми зараз зробимо паузу, подивимось рекламу, а потім повернемося до нашої теми. Говоримо сьогодні про артеріальну гіпертензію і нестійку погоду. Телефонуйте, якщо маєте свої питання. Ми продовжуємо програму «Будьте здорові», у якій сьогодні говоримо про осінь і серцево-судинні патології. Зокрема, говоримо про артеріальну гіпертензію або ж гіпертонічну хворобу, яку, на жаль, знають, ну, напевно, понад 35% українців знають з власної практики, що це таке, особливо у віці 50+. Тож, якщо вас цікавить ця тема, будь ласка, телефонуйте, ставте свої власні запитання. 0800 50 13 66 – наш постійний номер телефону. Для вас дзвінки на цей номер є безкоштовними. Я нагадую, що сьогодні щодо цієї теми ми спілкуємося з Ларисою Михайлівною Єною. Вона докторка медичних наук, професорка, завідувачка відділення клінічної та епідеміологічної кардіології Інституту геронтології Національної академії медичних наук України. Лариса Михайлівна, продовжуючи розмову про артеріальну гіпертензію, людина, яка має гіпертонічну хворобу і вживання води,
Скільки потрібно вживати води, щоб це не зашкодило, але от і приносило користь організму? І наскільки це пов'язано із надмірним вживанням солі? Бо коли людина переїсть солоного, вона хоче пити. І от там неконтрольована сіль, а тут неконтрольована вода. Так? Ну, якщо соль і вода, звісно, це може бути поводом для того, щоб у чоловіка повисилося артеріальне давлення, це совершенно однозначно, особливо в таких екстремальних ситуаціях, коли, наприклад, беременность или что-нибудь такое прочее. Ну, в настоящее время рекомендуется достаточно много пить жидкости. Однако, если человек, если летом 2-2,5 литра в день, если зимой, осенью 1,5, и в зависимости, понятно, от вашей массы тела это зависит. Какую воду пить? Когда-то были исследования, которые показали, что чем более жесткая вода, тем ниже артериальное давление, жесткая вода ассоциировалась с более низким артериальным давлением и вообще с более низким сердечно-сосудистым риском. Поэтому, с одной стороны, нельзя пить минерализованную воду, лечебную воду, потому что там очень много содержится воды. С другой стороны, вот дистиллированная вода – это тоже не выход из ситуации. То есть тоже здесь должна быть определенная разумность. Нормальная вода, сейчас, пожалуйста, много таких источников, бюветов и так далее. Или даже та вода, которая делается через фильтры, она же там добавляется специально электролиты, потому что они необходимы организму, мы теряем электролиты, правда же? С мочой, с потом, с дыханием, в конденсате. И поэтому нам нужно его возобновлять. И поэтому здесь такая нормальная должна быть просмотр. Лечебная вода, минеральная, минерализация больше там 1 грамма на литр, это уже лечебная вода какая-то, ее нужно, можно пить какое-то ограниченное время с лечебными определенными целями, а так должно быть меньше минерализации. Дуже дякую. У нас є запитання від телеглядача, будемо слухати і відповідати. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Звідки ви телефонуєте, яке у вас питання? Доктора, в мене стеноза аорти, так кардіолог мені поставив такий діагноз і назначила мені статини. Я вже років 5 п'ю статини, ну десь років 3 вже в мене нормальний холестерин, 5. Чи треба мені ці статини пити, чи може вже ні? Скажіть, пожалуйста. Дякуємо за ваше питання. Статины, пока вы пьете их, они работают, и холестерин у вас будет нормальный. Мы ориентируемся обычно не просто по холестерину, а по холестерину липопротеидов низкой плотности, так называемый плохой холестерин. И поэтому, если вы бросите пить, у вас все возвратится на круги своя. Значит, если у вас есть показания, нет противопоказаний, статины безопасны достаточно препарат, это уже доказано на миллионах людей. Он высокоэффективный антисклеротический препарат. И поэтому я думаю, что нужно провести контрольное исследование, посмотреть, что ли у вас в порядке, и, в принципе, его продолжать пить. Это стандартные подходы к этой ситуации. И не бояться статинов. Дуже дякую. Ще раз нагадую, наш телефон 0800 50 13 66. Якщо вас цікавить будь-яке питання, яке стосується серцево-судинної системи, міжсезоння, гіпертонічної хвороби, будь ласка, телефонуйте. Сьогодні ми спілкуємося з Ларисою Михайлівною Єною саме на цю тему. Лариса Михайлівна, а ще таке питання. От чи пов'язані малі дози радіації, під впливом яких ми перебуваємо, з гіпертонічною хворобою? Колись доводилося спілкуватися з лікаркою швидкої допомоги, яка в молодості працювала лікаркою швидкої допомоги в Чернігівській області. Вона каже, не було такої кількості гіпертонічної хвороби, як є вже у постчорнобильський період, яким триває вже 33 роки. Наскільки це пов'язано дійсно? Ні, діло в тому, що було в самом деле наш знаєте, центр роботи, там були малі дози радіації. От малі навіть дози радіації оказують впливання на сосудисті ендотелії. Сосудистые эндотели – это те клеточки, которые выстилают из нас изнутри наши сосудики. И это не просто клетки, это гормональный орган, самый большой в организме. Он выделяет огромное количество различных веществ, которые обладают различными свойствами. И вот если сосудистый эндотели повреждается,
Это бывает не только при радиации, это бывает и в токсикологии под действием химических веществ. Он очень чувствительный, его функция изменяется, поэтому его обычно нарушается регуляция и артериальное давление, потому что вот эта констрикция, вазодилатация нарушается, и меняется тромбогенный потенциал, и растет количество различных провоспалительных факторов, которые очень вредны для организма. И в самом деле после, вот, больше того, я хорошо помню, у меня супруг работал, занимался липидами, он показывал уже не на малых дозах, а на ликвидаторах, которые работали вот там вот в Чернобыльской зоне, что у них не только страдают сосудистые эндотели, у них наблюдаются вот такие проатерогенные нарушения липидного спектра крови. То есть у них совмещалось несколько факторов, поэтому эти люди оказались впоследствии больными с артериальной гипертензией, у них более быстрыми темпами развивался атеросклероз, ну, в зависимости от локализации, то ли это больше сосуды головного мозга, то ли ишемическая болезнь сердца, или, как говорят сейчас, хронический коронарный синдром. Во всяком случае, казалось, что да, таки да, сердечно-сосудистая система выраженная страдала в этих условиях. А ви кажете, здоровий спосіб життя і багато залежить від нас самих. Але ж є, крім радіації, численні фактори, проти яких ми нічого не можемо зробити. От, наприклад, як сьогодні рівень забруднюваності повітря у тому ж Києві, коли такий псевдотуман висить, і ми це все вдихаємо. Впливає? Впливає. Все впливає, звісно. Звісно. Я ж говорила об этом, що зараз вот этому факторами окружающей страны, воздухом, которым мы дышим, уделяется огромное, даже внимание, даже есть такие карты, показано, вот так, те зоны, вот, например, Китай, там высокий очень уровень артериальной гипертензии, Индия, там какие-то другие страны, там просто очень высокий уровень сердечно-сосудистых заболеваний. Те страны, где экологически чистые, там значительно ниже. На самом деле. Ну, просто, наверное, нужно бороться с теми людьми, с правительством, которое не может в этом деле разобраться. Поки людство не схаменеться и не почне здоровый способ життя для природы влаштовывать, правда? Конечно, конечно. Вы посмотрите, мы же сами ее загрязняем. Мы бросаем, мы курим. Мы не обращаем внимания, что рядом идут люди. Почему должны отдыхать дым? Да. Я же становлюсь пассивным курильщиком. Мамочки в семье, маленькие детки, они беременные курят, они при малых детях курят. Это же зависит от каждого от нас. Посмотрите, сколько окурков, сколько грязи, кульков на земле, в воде, в реках. Это же мы сами делаем. Это небо дребницы, но из таких дребниц складывается картина света. Я недавно вспоминала Микеланджело. Он сказал, что мелочь делает шедевр. Но шедевр – это не мелочь. Так, и точно так же наша жизнь. Мелочь действует или совершенной, или крайне несовершенной нашу жизнь. Дякую, Лариса Михайловна. Є у нас ще запитання від телеглядача. Ми слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Яке у вас питання? По поводу артеріального давлення. Давлення верхнє 160, а нижнє 40. В чому причина? Скажіть, будь ласка. А звідки ви телефонуєте? Скажіть, будь ласка. Із Крима. З Крима. Дуже приємно. Спасибі. Ну, это крайне редкая ситуация, которая у вас видна. Вот такое давление, большая пульсовая разница, это характерно для очень жестких сосудов. Или для дистонии. Нужно конкретно выяснять причины. Почему? Потому что у нас эластичные сосуды, в первую очередь аорты, они сглаживают сердце в систолу, систолическое давление выталкивается, систолическое давление. А потом уже и смягчает сосуды этот удар, и потом дальше, наоборот, поддерживает диастолическое давление. Если они жесткие почему-то, очень жесткие бывают сосуды, тогда вот такая вот большая пульсовая разница, тогда систолическая высокая, диастолическая низкая. Но вот 40 – это крайне низкая, или ошибка может быть измерения, или что-то другое. Но во всяком случае нужно обратиться к врачу. Есть специальные методы, которые могут по-другому измерить вот это вот диастолическое давление, померить сосудистую жесткость и посмотреть, почему вот такая вот неблагоприятный профиль артериальное давление. Потому что высокое давление – плохо, низкое давление, особенно низкое диастолическое давление, и уже ниже, чем 70, а еще уже катастрофически 60, потому что нарушается перфузия, и в первую очередь перфузия миокарда.
Угу. Що ж, треба робити дослідження. А чи є сучасні препарати, які можуть чимось допомогти отаким жорстким судинам? І чому це відбувається? Ви знаєте, поводів для того, щоб були жорсткі сосуди, сам по собі возраст накладує відпечатки, гіпертонія, багато є заболівання, які поражають сосуди. І тому в этом, самом деле, нужно в этом розбиватися. Но, во всяком случае, само по собі високе давлення, самі по собі антигіпертензивні препарати, вони уменьшають, можуть положительно воздействовать. Тоже статины могут воздействовать. Есть препараты, которые каким-то образом влияют на жесткость сосудов. Я говорю, в первую очередь это статины, в первую очередь это антигипертензивные препараты. Но сейчас вот большое внимание уделяется не только жесткости сосудов, фиброзу сосудов, но и других органов, там фиброзу печени, легких, сердца. И специально разрабатываются препараты, чтобы они воздействовали вот на этот вот такой жесткий субстрат, угу, который в значительной мере определяет, как организм реагирует, является каким-то таким неблагоприятным, угу, морфологическим субстратом, на котором вот эта функциональная несостоятельность проявляется в полной мере. Угу. Лариса Михайловна, а как сегодня ставится взагалі цей диагноз гипертонична хвороба? Це разове підвищення тиску? Чи це моніториться все-таки якийсь тривалий період, щоб зрозуміти, що тиск став не на ті позиції, не на нормальні, і постійно тримається так, і тоді застосовується лікування? Ні, з одного разу не ставиться діагноз. Чому? Тому що артеріальне давлення – це реакция организма на различные ситуации. Это может быть случайный подъем артериального давления, он может быть в любом возрасте у здорового человека. Бывают даже такие случаи, что совершенно здорового человека может быть в силу стечения обстоятельств развиться гипертонический криз. Поэтому на несколько измерений в разные дни правильно мерить давление после отдыха, особое положение, несколько раз меряется, обязательно с перерывом. И смотрится, наблюдается, а потом, когда подтверждается, что да, это стабильное повышение артериального давления, тогда выставляется этот диагноз артериальной гипертензии. Угу. Дякую. Ще є запитання до телеглядача. Добрий день, ми вас слухаємо. Доброго дня. Скажіть мені, будь ласка, я телефоную вам з Рівного, мене звати Валентина. Дуже приємно. І я хочу вас запитати таке. Дивіться, в мене тиск 150, 160, на 80, на 90. Але коли я йду, іду, задихаюся. Скажіть мені, будь ласка, що я можу робити? І від чого воно? Діло в тому, що одишка може бути разного генеза. Она может быть связана с заболеванием легких, она может быть связана с заболеванием сердечно-сосудистой системы при сердечной недостаточности, она может развиваться при анемии. Это отражение недостатка снабжения организма кислородом, и нужно выяснять причины. Однако гипертония – это не единственный причина для развития сердечной недостаточности, если речь идет об этой. И поэтому нужно смотреть, что происходит и с сердцем, и с кровью, и проводить так называемую дифференциальную диагностику, почему же у вас одышка при ходьбе. При ходьбе она часто у гипертоников бывает, которых давно страдает гипертензией, потому что изменяется сердце, оно становится жестким сердцем, и в первую очередь вот его нарушается так называемая функция расслабления, и первым симптомом вот такого типа сердечной недостаточности является одышка при ходьбе. Поэтому нужно посмотреть, если доктор сочтет необходимость, сделать специальную эхокардиографию, где вы оцениваете диастолическую функцию сердца. Ну, але в нашей телеглядачке, если она сказала, что верхний тиск 150-160, нижній 80-90, то це вже є гіпертонічна хвороба, ні, яку треба ні, лікувати, конечно, так? Да, 160, це починає 160, вот, по європейським рекомендаціям, це вже не перша степень, а вторая степень гіпертензії. І якщо їй міряють давлення, наприклад, утром, а може у неї ще починає гіпертонія, буває, яка... Ще вище стає. Да, так, да, є люди, у яких навіть днем нормальне давлення, а ночі воно повищається. Ми говоримо, і це дуже мощний фактор риска на самом деле.
говорили. Угу, треба досліджувати це питання. Сейчас дуже много вот таких исследований, которые можно реально провести для того, чтобы уточнить, а почему это происходит, потому что может быть это и на нервной почве одышка, между прочим, но в всяком случае, а может быть она является грозным сигналом начала чего-то. Вы же знаете, чем мы раньше начинаем лечить, тем все-таки эффект лучше, чем в каких-то уже прогрессирующих стадиях. Як сьогодні лікується артеріальна гіпертензія? Що для цього потрібно? Тому що колись, я пам'ятаю, 21 день в стаціонарі підбирали ліки від артеріальної гіпертензії, але це були не сучасні препарати, це ще ті, які спорадично вживалися тоді, коли є якісь кризи. Зараз сучасні препарати, і, напевно, всі і ваші пацієнти, і взагалі пацієнти з гіпертонічною хворобою, вони підковані і знають, це таблетка один раз на день, яка тримає добу тиск в нормі. А от як вони підбираються, як вгадати, їх велика кількість? Ну, во-первых, є виділені препарати першої лінії, де буде так називаємо мощне доказання. Доказательная база, которые доказали, что они хорошо снижают давление, они держат их в сутки, снижение давления, их прием сопряжен с уменьшением риска инсульта, это порядка на 44% коронарных, инфарктов миокарда, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий, потому что это все является часто последствием именно артериальной гипертензии. Прерогатива отдается сейчас комбинированным препаратам, двух-трехкомпонентным. И есть небольшая категория людей, которые рекомендуется все-таки подбирать с монотерапией. Это пожилые и старые люди, и у тех, у которых достаточно низкое давление, например, до 150, и тогда может быть речь о монотерапии. А это комбинированная терапия. Если у вас хороший доктор, он посмотрит, что же у вас еще есть. Если у вас метаболический синдром, тогда он назначит вам препарат, который будет одновременно и снижать давление, и благоприятно влиять на ваши углеводы и, например, липидный обмен. Если у вас ишемическая болезнь сердца, он назначит вам другой препарат, который является одновременно и антигипертензивный, и улучшает кровоснабжение миокарда. И вот знание, какие существа, мы называем это коморбидная патология, да, потому что обычно гипертензия идет обычно с другой патологией. И вот мы выбираем уже препарат в зависимости от того, какая у него, кроме артериальной гипертензии, имеется патология, потому что часто как фибрилляция предсердий, как ишемическая болезнь сердца, как и постинсультные больные, именно эта патология на первое место выходит. Мы в первую очередь думаем о ней. И вот знание вот этих простых веществ, для этого существуют и наши украинские рекомендации, можно всегда посмотреть, что пациенту дать, чтобы одним ударом сразу убить двух зайцев, и это уменьшает лекарственную нагрузку, потому что мы решительно не хотим, чтобы больной получал 5, 6, 10 препаратов, потому что чем больше препаратов, тем больше побочных эффектов, тем мы не можем предугадать, какое же будет межлекарственное взаимодействие. Угу. Поэтому должен быть разумный минимализм в выборе препаратов. Загалом сьогодні можна контролювати свою артеріальну гіпертензію і не допускати кризів? Ну, наскільки це можливо? Звичайно, є стресові ситуації. 100% гарантії нет. Угу. Є гіпертензії резистентні, які плохо контролюються, там другі підходи, і там завжди поїщеться причина резистентной гипертензии, которая плохо поддается лечению. Дело в том, что когда мы говорим об артериальной гипертензии, мы говорим не о болезни, а о синдроме, который включает много заболеваний. Это может быть почечная, эндокринная гипертензия, эндокринных бывает их несколько, и почечных бывает несколько. И в таком случае, если мы смотрим, что есть особые симптомы, например, есть особые симптомы при некоторых видах симптоматической гипертензии, или мы смотрим, что вот мы даем, все даем правильно, а у него, тогда мы ищем, доктор должен направить соответствующее лечение для того, чтобы искать причину этого. И вот в первую очередь симптоматической гипертензии у деток маленьких, это, как правило, не гипертоническая болезнь, а симптоматическая гипертензия. И вот после 60 растет тоже число симптоматической гипертензии. Вот эти крайние два возраста дают наибольшую частоту симптоматических гипертензий, о которых мы должны всегда помнить. Дякую дуже, Лариса Михайлівна, за, як завжди, цікаву і
дуже таку пізнавальну розмову щодо теми, яка є дуже актуальною сьогодні, направду. Серцево-судинні захворювання і артеріальна гіпертензія. Спасибі. Лариса Михайлівна Єна, докторка медичних наук, професорка, завідувачка відділення клінічної та епідеміологічної кардіології Інституту геронтології Національної академії медичних наук України, сьогодні була гостею програми «Будьте здорові». Всього вам найкращого.